В Йемене операция коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией близится к завершению. Следующим этапом станут политические переговоры. Об этом заявили Саудовская Аравия и Великобритания, которая предоставляла коалиции техническую поддержку. С марта коалиция бомбит позиции повстанцев-хауситов, которые захватили значительную часть Йемена. Теперь Риад заявляет, что свергнутый президент Али Абдалла Салех и повстанцы-хауситы согласились принять план ООН по установлению мира в Йемене и вступают в переговоры. Кроме того, мы видим успехи в наземной операции, отметил саудовский министр иностранных дел Абдель Аль-Джубайр. Большинство захваченных повстанцами территорий вернулись под контроль правительственных войск. В результате вооруженного конфликта в Йемене и бомбовых ударов коалиции, которые начались 8 месяцев назад, в Йемене погибли около 5000 человек. Один из последних эпизодов – воздушный удар по госпиталю «Врачей без границ» во вторник. ООН возлагает вину на Саудовскую Аравию. Риад свою причастность опровергает и призывает расследовать инцидент.